Это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений, ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается. Дорогие соотечественники и гости Беларуси, время неумолимо приближает нас к последним мгновениям високосного 2020 года. Нас волнует, каким он был и что нас ждет в будущем. Уходящий год был ярким и своеобразным. Он заставил белорусов искать ответы на извечные вопросы: кто мы, что будет с нами, нашими детьми, куда мы идем и чего мы хотим. Мы особенно остро осознали, что имеем и что можем потерять, притом безвозвратно. Год объединил человечество заботой о здоровье, а Господь указал нам наше место в этом мире и предупредил об ответственности за гармонию с природой. Благодаря неимоверным усилиям государства мы выстояли и обрели уверенность в завтрашнем дне, а главное, не оставили детей без будущего. Словом, нам нужен был этот год, чтобы понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе. Наша опора – богатый исторический опыт. Мы наследники великих поколений белорусов, которых судьба на протяжении тысячи лет ломала и не единожды испытывала на прочность. Но они мужественно и смело строили свое будущее. И никогда не теряли связь с родной землей. Она наше все. Без нее мы не будем народом. Трилогия «Малой Родины», которую мы завершили в 20-м, еще раз дала возможность понять, что только в родной земле источник наших сил. Эти силы помогают нам достигать намеченные цели. И, подводя итоги очередной пятилетки, мы видим, нам есть чем гордиться. Беларусь стала ядерной державой, шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, развила IT. Но самое главное, мы сохранили продовольственную безопасность. И в то время, когда люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба, наши крестьяне обеспечили белорусов необходимыми продуктами питания. Люди в погонах предупредили наших недругов. Оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний. Люди в белых халатах показали свой профессионализм в борьбе с тяжелыми болезнями. Настоящие учителя и преподаватели продемонстрировали уровень белорусского образования. Ученые и инженеры Беларуси создали уникальные образцы в машиностроении, химии, нефтехимии. Это значит, мы не застыли на месте. Изменился мир, изменились и мы. Наши перемены – это просчитанная и продуманная эволюция. Вы знаете, некоторые из нас, столкнувшись с вызовами високосного года, хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше. Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020 в историю, но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность – клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками, беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы, умная, толерантная, устремленная в будущее нация. И если мы хотим людьми зваться, мы это сделаем. Дорогие друзья, в эти минуты наши сердца бьются особенно сильно. Мы с любовью смотрим на родных и близких, понимая, что в них наше счастье и смысл жизни. Благодарим их за поддержку и веру, которые помогают идти к целям, преодолевая любые преграды. И мы надеемся, что наши мечты обязательно исполнятся. Пусть наступающий 2021 год станет для всех нас годом воплощения самых добрых, светлых и чистых желаний. Мужества, выдержки и терпения на этом пути вам, патриотам Родины. Мира и благополучия вашим семьям и детям. Будьте здоровы и счастливы, берегите друг друга. С Новым годом вас и ваших гостей!